Слава Богу, друзья, всем добрый день. Я рада, что мы вместе опять молимся и хотим дойти до цели. Дойти до результата – это марафон, и поэтому он уже длится у нас не один месяц. И я верю, что Господь позволит нам прийти к триумфальному шествию. Потому что тогда, когда триумфальное шествие, то это уже победа, в которой мы, конечно же, прославим Бога на тех гранях и особенностях, где она будет видна и проявлена. Сейчас мы уже видим Его труд, Его работу, Его вмешательство, глубокое, качественное, и молюсь о том, чтобы Господь защищал тех, кто это делает. Но сегодня у нас такой стих, 7. «И ты говорила», то есть идет речь о Вавилоне, «вечно буду госпожою, а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после». И многие люди, которые думали, я-то дошел до этой позиции, у меня теперь и деньги, и власть, и теперь я буду тут вечно. Но Господь говорит, это ты так думал, а у меня есть свои времена и сроки, я с этим разбираюсь сам. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем сейчас с Тобой об этом тоже говорить и молиться. Нам не все равно, что происходит в этой стране, и мы очень согласны с тем, что Твоя метла истребительная, она работает. Она работает, потому что Ты знаешь не вечно тот, кто думал, что он в этой позиции, и Ты здесь сказал, Ты думал, что Ты будешь вечен, но Твое слово последнее. И поэтому Твое слово я сейчас высвобождаю, чтобы выметалось все, что является предательством, что является коррупционным, что является лживым, что является гордым, что является надменным, что является потерявшим милосердие и благородство. Вот с этим разбирайся сам, Господь. Мы просто видим, как страдают от этого люди, как страдает целая огромнейшая страна. Но у Тебя есть пути и ключи к достижению целей. Поэтому, Господь, когда мы молимся, это один из путей, это один из ключей, который Ты дал человеку взывать к Тебе. И мы взываем, мы согласились в этом молиться. И пусть Господь, молитвы народа, они будут усиливаться больше и больше от дня ко дню, пока Твои полные плоды и результаты придут в жизнь нашу. Слава Тебе за это, Господь. Хвала Тебе за это, любимый и верный и всемогущий. Тебе передаю эту молитву множество уст и голосов. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Продолжаем молиться.